Всем привет! Меня зовут Амелинда. Меня зовут Амелинда, и мой канал называется amipondstv.com. Вы можете это мой канал смотреть на YouTube. А сегодня мы с вами будем делать подставку. Вот так она выглядит. Вот такая подставочка. Она держит. Ну, может держать, конечно, вертикально, но давайте же приступим. И для этой подставки нам понадобится всего лишь листок бумаги и ножницы. Раздеваем лист вот так вот. И отрезаем лишнее. Вот это лишнее, вот это все. Вот так. Лишнее нам понадобится. Понадобится только вот это трубочек. Разворачиваем. И сгибаем пополам. Вот так. Раскрываем. И теперь к этой линии, которую мы только что подгибали вверху. И пополам. Пополам сгибаем вот так. Чтобы держали вот так. Теперь вот к этой же линии подгибаем треугольничек. Вот так. И теперь точно так же с другой стороны. Тоже подгибаем. Раскрываем. Теперь отгибаем вот эту часть. И вот у нас образовался вот такой вот, смотрите, такой вот треугольник. Этот треугольник мы вовнутрь вот так вот прогибаем. И закрываем наши части, которые мы раскрывали. Теперь с другой стороны точно так же. Левую часть мы отгибаем, левую, внимание. Просовываем туда треугольничек и закрываем. Дальше переворачиваем нашу конструкцию. И вот у нас есть вот такая вот линия. Мы продавливаем, вот где прикрещиваются эти две линии, мы продавливаем прямо там и сгибаем пополам. И подставка готова. Протестируем ее. Ставим телефон. Все отлично. А вертикально? Вертикально тоже стоит. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пока-пока!